Дорогие односельчане, последнее воскресенье ноября мы отмечаем чудесный праздник – День Матери. Самым прекрасным мамам поселка Весенний я хочу пожелать всего самого наилучшего. Хочу пожелать терпения, хочу пожелать вам радости, хочу пожелать здоровья и счастья. Пусть звучат в вашей жизни лишь теплые слова, пусть серость не затрагивает ваши будни. И каждый день будет по-своему прекрасным. Пусть дети радуют вас частыми визитами, звонят чаще, заботятся о вас так же, как вы заботились о них. Быть матерью – значит быть сильной, быть смелой и быть горячо любимой. Именно поэтому мама – самый ценный человек для каждого из нас. С праздником вас, дорогие наши милые, любимые мамы! Ты ведь, ты мама мой день, помнишь нам лучше.
Взрослые дочери.